Обучение студентов в Донецкой Народной Республике продолжается. Для улучшения и расширения возможностей республиканского образования проводится ряд собеседований с высшими учебными заведениями Российской Федерации. Сегодня исполняющий обязанности декана исторического факультета Донецкого национального университета Кирилл Черкашин рассказал о своем рабочем визите в Московский государственный университет, куда его пригласил декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. Главная цель визита была налаживание контактов между Донецким университетом и между Московским государственным университетом. В результате поездки удалось договориться о том, что, во-первых, Московский государственный университет возьмет за свой счет на стажировку около 10 наших студентов в ближайшее время. Студенты поедут туда, в Москву, посмотреть, как там происходит процесс обучения. Кроме того, договорились о передаче партии книг из Московского университета, которые были написаны преподавателями этого вуза в библиотеке и на кафедры нашего университета. МГУ готовит в конце апреля к 70-летию победы в Великой Отечественной войне конференцию, которая будет проходить, как планируется, в Калининграде. То есть туда приглашают часть наших преподавателей для участия в этой конференции. Они хотят нам всячески помочь, так как мы оказались в достаточно тяжелых здесь условиях, гуманитарных и военно-политическая ситуация. И еще в значительной степени играет роль то, что тема Новороссии, Донбасса сейчас является очень популярной, актуальной, и преподаватели наши, которые могут приезжать туда, могут поделиться опытом, что же происходит на самом деле в нашем регионе. Уже выработана схема, каким образом наши студенты, выпускники смогут получить и диплом Южного федерального университета. С Московским государственным университетом пока что, ну так скажем, до этого уровня обсуждения вопросов еще не дошло. Для получения диплома Южного федерального университета нашим студентам необходимо будет проходить экстернатуру в ростовском вузе. При дальнейшем сотрудничестве Министерства образования ДНР и Министерства образования РФ возможно заключение действенных договоренностей с Московским государственным университетом. Алина Черняева, Павел Припа, специально для Новороссия ТВ.